наш информационный век, иногда приходят такие истории, о которых ты даже и не думаешь, что такое может быть в жизни. Вот в социальной сети перешел по ссылке, потому что на эту страничку было с крупного ресурса, там статья, фотография, и была ссылочка, что взята вот с этой страницы одной девушки, женщины. И я просто ту фотографию хотел рассмотреть крупнее, перешел на ее страницу, а потом глянул ее хронологию, ну вот хронику новостей. И тут она такую историю рассказывает вот про свою любовь. Вот маю для вас історію, як казала моя мама, іронія в тому, що якщо ти напишеш про це книгу, ніхто не повірить. Скажуть, ну в житті так не буває. Ну я вставив в Google переводчик, щоб будуть із других стран смотреть, щоб вже прочитати вам. Я то можу вам перевести на ходу, ну от вже, щоб ви самі могли читати з екрана. Так вот, в жизни так тоже бывает. 2,5 года назад она познакомилась в Тиндере, это, видать, самое популярное приложение сейчас для знакомств быстрых, с Женей. Мы начали встречаться, нам было хорошо вместе, моя дочь с ним быстро подружилась, его приняли все мои друзья. Ну о чем это говорит? Что человек коммуникабельный, и с дочкой подружился, и с друзьями. И вот, за полгода они съехались. Через год взяли собаку из приюта. Ну, то есть, добродушные люди, все. В какой-то момент Женя остался без работы и сильно переживал. Но я поддержала его и полгода содержала, пока он учился и искал новую работу. Ибо, по ее мнению, так живут партнеры. Но она правильно вот рассуждает все, что... Если вместе живут, то все вместе, и победы, и поражения, и трудности. Мы отдыхали вместе, поддерживали друг друга во всем, счастливо прожили вместе локдаун с моими родителями, он стал нашей семьей. Ну вот видите, насколько уже действительно человек семьей стал, и с родителями общается, все. Она долгим пересказом не будет, тут сильно много нас пригружать, пишет, скажет, были ситуативные бытовые споры, но там ничего было такого серьезного. Она расскажет, чем все закончилось. Однажды утром в начале июня, за несколько дней до того, как они должны были отправить ребенка в летний лагерь, они собрались на покупки. В это утро они поссорились, и она спросила, где ее заначка. Дело в том, что у нее было $2000, которые родители ей дали как часть наследства от продажи недвижимости от ее умершей крестной мамы. Эти деньги они планировали потратить на мебель и другие штуки в квартире. У них был общий бюджет, и они планировали шопинг и оплату лагеря сбережений на жененных карточек, потому как было запланировано, но она решила встать в позу и взять эти деньги. Оказалось, что наличными их нет, потому что Женя положил их себе на карточку. По его словам, он все равно рассчитался бы за мебель, которую он на тот момент уже даже типа заказал. Он дал мне эту карточку, сказал пин-код, и мы с Алисой поехали с дочкой. Теперь представьте, они обошли магазин HM, набрали много вещей, чтобы закрыть чек-лист по лагерю. Это, видать, то, что нужно было с собой взять. Но ребенок растет, и надо новые вещи. И вот они отстояли очередь в кассу, она проводит карточку, вводит пин, но он не подходит. Она звонит Жене, своему сожителю, а он вне зоны. Она рассчиталась средствами с предпринимательской карточки у нее была, которые у нее были на аренду мастерской и на налоги. И была, конечно, этим всем удивлена и поехала домой разбираться в ситуации. Дома уже никого не было, как и части жененных вещей. Он забрал свою технику, документы, какие-то вещи, что очень ее рассмешило, даже духи забрал. В тот вечер он вышел на связь написать, что сознательно дал неправильный пин-код, потому что несколько месяцев назад его уволили, и он выдавал заначку за свою зарплату. Когда деньги закончились, он решил именно так выйти из ситуации. Впоследствии оказалось, что по коммуналке, которую он типа платил, а она не проверяла, набрался неплохой долг. А еще позже другие $2000, еще которые были собраны до их отношений, он одолжил для своей сестры.
но никакой сестре они не доехали, ну, деньги. Она не хотела выносить этот мусор на публику, не любит скандалов. Она дала ему 2 месяца хотя бы частично вернуть деньги и доверие, как он просил. Но, к сожалению, он все погружается во лжи, и она больше не хочет жить в этой ситуации. Она хочет, чтобы те, кто прочитает, знали, что Киев – это большое село, и она уже знает, что он активно тусит обратно в этом Тиндере и встречается с другими женщинами. И здесь вы могли бы подумать, что я включила ревность, но на самом деле мне просто по-человечески и по-женски жаль тех девушек, которые, как и я, могут влюбиться в него, доверить ему себя, своего ребенка, свои деньги и в конце концов... Считайте это моей попыткой предупредить других и вообще напомнить, что жизнь волнующая, непредсказуемая. И она ищет юриста, чтобы подавать заявление в полицию. Если знаете хороших, дайте знать. Ну тут, в принципе, перевод так более-менее. Некоторые слова были чуть неправильно переведены, потому что по контексту тут запятые, где стоят. Ну так вот оно все, в принципе, правильно переведено. И вот она дает ссылку на его профиль, откроем, а другой пишет прям ругательством, что комментарий. Я считаю, что в этой ситуации ругательство, ну, полезно. Как после таких историй начинать отношения и кому-то верить? Сочувствует авторке текста и восхищается тем, что она может спокойно говорить о том, что случилось, и предупредить других женщин. Ну вот эту девушку открыть, раз мы уже на ее профиль попали, я ж как говорю случайно, потому что этот крупный ресурс новостной взял с ее сети фотографию для своего репортажа. Она как бы журналистка. Вы видите, как все, ну вот, симпатичная женщина, все так вот, молодая, стройная. Но его профиль открыть, чтобы тоже. Современный человек, математическое программирование изучал. Это довольно-таки сложная дисциплина. Я в свое время учил в высшем учебном заведении. Там реально эти матрицы перестроения, построения, прогнозирования. Это довольно-таки, как говорится, предмет сложный, а у него это была целая специальность. Ну вот тоже спортивного вида человек, современный. Вот так вот оно в жизни бывает. Мне просто эта история удивила, честно говоря, своей вот, ну, такой вот, с одной стороны, повседневностью, а с другой стороны, что нельзя никому верить теперь, что телевизор дал такое... Видите, эти сейчас как любят эти татуировки, я не могу понять, зачем себя разрисовывать. Я что-то вот, у меня с советских времен к татуировкам немножко такое, как отношение сказать, немножко даже отрицательное к этим татуировкам. Вот этот Женя сделал с фотоаппарата, смотрите, объектив, скорее всего, был продан, потому что они ценятся, объективы. А вот с этой тушки он сделал такой светильник, свое ноу-хау. Видите, как вы можете использовать фотоаппарат, который у вас лежит, сюда провод подвел. И такую лампочку. Ну, у постели положить, в изголовье будет романтически смотреться, ничего не скажешь. Так что перенимайте опыт, только аккуратно, чтобы нигде у вас на корпус электричество не пробило, делайте. Хотя можно запитать от USB компьютера на 5 вольт или ноутбука и сделать там лампочку, купить на 5 вольт красивую, и тогда будет безопасно. Ну вот, видите, такую мы историю посмотрели. У меня на YouTube канале есть очень интересные жизненные видео. Чтобы тематику найти, перейдите в плейлисты. Там есть и про домашних животных, такого вы не видели, чудес таких. Ну, можно упорядочить, самое популярное выбрать видео. Ну, то есть, я вам такую ситуацию рассказал, я сам холостяк, и она меня зацепила. Потому что, ну, так, я не знаю,
доверие, человек тебе верит, как так можно поступать? Вот это я, видите, начал анонс вот этой карточкой, и вот девушкам тоже сказать, что нужно всегда тоже вовремя находить. Сейчас в чем, почему много одиноких пар? Девушки насмотрелись телевизоров и ищут реально вот как образ телеэкрана. Машина, квартира в пентхаусе с видом на весь город, куча денег и все остальное. А обычную жизнь они уже не хотят. И видите, как ситуация. Потом показывают женщину в доме престарелых, и она вот подошла к компьютеру, может, в службе знакомств, переписывается с кем-то. А принц все ехал. Конечно, не хочется, чтобы так в жизни получалось у кого-то. Но вот действительно, я вот вижу, как холостяк, что реально трудно познакомиться. Анкеты как-то даже твои и не сильно посмотрят в этих службах знакомств. Тиндер я не пользуюсь. Просто мне это как-то, говорится, актуально. И для общества такая ситуация актуальная, что так случилось с девушкой. И вот она пишет, что он там в том посте отдал только 1800 гривен, вот сколько тут, 1861 гривну из 2000 долларов, а $2000 это умножить на 27,5, это 55 тысяч гривен. Ну а так вот, это для видеоблога я вам сделал, чтобы вы тоже ориентировались. Надо возвращаться к нашим славянским корням, когда отношения между людьми ценились выше всего, доверие, честность. Я в советское время частично воспитан, и поэтому этих принципов придерживаюсь. Кто хочет, с YouTube-канала может перейти на мой сайт, посмотреть. Ну, благодарю вас за внимание. Будем надеяться, что такие ситуации, вот, которые мы сегодня рассмотрели, как бы добавят каждому жизненного опыта, и даже парням, что нельзя так поступать. А девушкам, ну, тоже как-то выбирайте, вы же видите человека. Неужели, ну вот, эта девушка не замечала за ним такое, ну вот, что это стало неожиданностью? Оно ж видно, когда человек обманывает, или когда искренне тратит деньги, или когда ничего не жалеет. Ну вот, не жалеть можно по-разному. Один не пожалеет, как говорится, последний, а другой как бы более крупную сумму. Ну тут надо уже смотреть все в комплексе. Напишите, что вы думаете в комментариях. Вот такие ситуации. Это все вот с августа 2021 года. Это свежая, как говорится, ситуация. Что кинофильм можно снимать реально про семью. На две серии запросто получится. Сделать такие вот сюжеты. Загородные прогулки, пикники, быт, ссоры, работа. Показать работу в офисе. Вот вам и фильм готовый. И даже можно потом его, как он фотоаппарат придумал, светильник сделать, тоже в фильме использовать.